В ближайшие 5 лет анапчане хотят видеть мэром Сергея Сергеева. За него отдали свои голоса 84% жителей города-курорта Анапа, пришедших 24 марта на избирательные участки. Решение на 47-й сессии Совета о вступлении Сергея Павловича Сергеева в должность главы города депутатами было принято единогласно. Избранный глава муниципального образования город-курорт Анапа Сергей Сергеев произнес слова присяги. Вступая в должность главы муниципального образования город-курорт Анапа, торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности главы, защищать интересы населения, уважать и охранять права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Российской Федерации, Устав Краснодарского края и Устав муниципального образования город-курорт Анапа. Председатель городского совета депутатов Леонид Кочетов вручил Сергею Сергееву нагрудный знак главы муниципального образования город-курорт Анапа. Начальник управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Олег Костенко от имени губернатора Кубани вручил Сергею Сергееву удостоверение главы муниципального образования и зачитал приветственный адрес от Александра Ткачева. Вы с честью выдержали самый сложный экзамен в жизни лидера – экзамен на доверие людей. Анапчане по достоинству оценили ваши деловые качества и заботу о благополучии города и каждого его жителя. Уверен, ваша энергия, принципиальность, огромный опыт и искренняя любовь к родной земле помогут вам в решении всех ключевых задач. Прежде всего, сплотить вокруг себя команду единомышленников, и тогда самые любые сложные цели будут вам по плечу. Глава администрации, губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев. Глава муниципального образования город-курорт Анапа Сергей Сергеев обратился к собравшимся. Искренне благодарен вам за то, что вы сегодня собрались в этом зале. На торжественной церемонии моего вступления в должность главы города-курорта Анапа. Степень доверия, которую оказали мне анапчане, более 32 тысяч, которые пришли 24 марта текущего года на избирательные участки и поддержали меня своими голосами, неизмеримо высока. Сердечно благодарю вас за серьезную поддержку. Понимаю, что это большой кредит доверия, который я должен отдать столице. Гарантирую, ваши ожидания я оправдаю. Все мои силы, знания, умения, весь мой профессиональный и жизненный опыт будет направлен на то, чтобы сделать Анапу лучшим курортом России, который будет принимать гостей круглогодично. Кроме этого, ставлю перед собой задачу добиться того, чтобы каждый анапчанин жил в достатке и на благоустроенной территории. Для достижения этих целей нужно много трудиться. Я готов к этому. Светлана Авилова, Роман Карпов, Александр Криневский, Анапа регион.